Приветствую вас. Наверное, первое, с чего хотелось бы начать мой ответ, это то, что вы не написали свой вопрос, вы его не задали. Вот, и несколько непонятно по этой причине, что же вы хотите от психологов, собственно говоря. Что вам нужно, да, то есть какой помощи, условно говоря, вы ждете от нас. Вот. Это, пожалуй, первый момент, который я хотел вам сказать. Следующее, что можно, значит, выделить, это то, что совершенно очевидно, что вы, ну вот та симпатия, которую вы испытываете к девушке, да, она, условно говоря, представляется в виде потребности, в виде вашей потребности в чем-либо. А я, конечно, не знаю, в чем именно. Может быть, это семья, может быть, это что-то еще. Вот. Но совершенно определенно, что здесь имеет место быть именно потребным. Данная потребность нуждается в том, чтобы вы ее раскрыли, данная потребность нуждается в том, чтобы вы ее описали, чтобы вы ее приняли, и чтобы вы, ну, чтобы вы, условно говоря, взаимодействовали, значит, с ней, то есть со своей потребностью, вот, ну, условно говоря, несколько иначе, да, то есть, условно говоря, несколько по-другому. Вот это, пожалуй, что-то вам нужно сказать. Потому что пока что на данный момент, ну, простите, но ваша потребность, ваша симпатия к девушке выглядит просто как страсть, может быть. А ваша потребность в девушке выглядит просто как нуждаемость в ней. И, к сожалению, все. То есть, к сожалению, больше здесь нет ничего. Нет ощущения, что вы ориентируетесь именно на девушку. Вот. Нет ощущения, что вы ориентируетесь именно на нее. Есть ощущение, что вы ориентируетесь на себя. И то, что нужно вам, это разговор отдельный. То, что нужно вам, необходимо исследовать и реализовывать. История здесь в некотором смысле простая. Вам нужно просто увидеть, что вы хотите. Вам нужно просто увидеть, что из себя представляет ваша симпатия, ну, то, что вы вот чувствуете к девушкам, вот. И после этого уже можно будет корректировать ваше поведение и давать вам
условно говоря, вот какие-то рекомендации. Вот. А пока что это, к сожалению, выглядит просто как, ну, такой, знаете, вот, своего рода каприз и не более того, к сожалению. Ну, так, по крайней мере, так мне видится то, что вы описываете. Вот. Мне кажется, что вы поступили опрометчиво, написав ей ВКонтакте и сразу предложив встретиться, не озаботившись тем, чтобы создать что-то общее между вами, создать некую основу взаимоотношений. Вот, это, мне кажется, что в этом вы совершили ошибку. Но, с другой стороны, у данного поведения тоже есть причина. То есть вы почему-то выбрали для себя именно такой стиль поведения. Вы почему-то для себя выбрали именно такую стратегию, значит, по сближению с девушкой. И это, я полагаю, тоже нуждается в исследовании и корректировке, мне так кажется. Вот. Вы написали, чего вы хотите, чего вы не хотите. Вы написали. Написали, что бросать вы не хотите. Это хорошо, что вы написали, что не хотите бросать. А чего хотите? Как быть с тем, что у девушки парень? Значит, вам надо, получается, показать ей, что вы лучше, чем ее парень текущий. Вот. Чтобы это показать, вам необходимо с ней сблизиться. Чтобы с ней сблизиться, необходимо что-то общее. Поэтому вот на эту тему, я рекомендую вам как следует подумать, потому что это важно. Вот. И определиться со своими желаниями, определиться со своими именно потребностями, именно с тем, чего вы хотите, отделить то, что вы хотите, от девушки. Потому что ваши желания, то, что хотите вы, ни в коем случае не должны касаться девушки. То есть она их удовлетворять, ваши желания, совершенно не должна. Вот, ну, желание, например, желание создать брак, допустим, потребность создать брак, допустим, желание, допустим, создать семью, да, желание, там, к примеру, иметь детей, может быть, что-то еще, вот на это все девочка отвечать не должна, ваш, ну, вообще, да. Вот, скорее всего, у вас есть некоторые проблемы во взаимоотношениях с женщинами, вот, если эти проблемы имеются, то, на мой взгляд, их нужно разобрать тоже, если эти проблемы есть.
их нужно разобрать. Потому что вполне возможно, что это мешает вам. Вот. А мне кажется, примерно так. Мне кажется, что примерно вот такой ответ вам можно дать. Ну вот, исходя из того, что вы написали. Вот. А я отдаю себе отчет в том, что предоставил вам мало информации. Я отдаю себе отчет в том, что это не полный ответ. Я отдаю себе отчет в том, что вам этого мало. Вот. Я отдаю себе отчет также в том, что вам, ну, хочется решить свою проблему. Давайте будем ее решать тогда. Для этого нужно более подробно разобраться. С тем, что происходит сейчас. С вами. Вот. Совершенно очевидно, что вы фрустрируете, да, совершенно очевидно, что вы не удовлетворены. Ну вот. Но природа это неудовлетворенность, она кроется не в девушке, а в вас самом. В тех искусственных ограничениях, в тех страхах, противоречиях, которые вы, возможно, сами себе создали. В этом можно вам помочь. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А желаю вам всего самого доброго и удачи!